Всем большой привет. Всем доброе утро. У нас время начала 11-го. Ну, я, как всегда, на кухне. Нужно готовить что-то к обеду. Блины с утра печь не буду. Буду печь, наверное, к вечеру, на ужин. Потому что утром позавтракали вчерашними блинами. Еще и котам досталось уличным. А Тишка не ест блины. Он стряпню вообще никакую не ест, не признает. Друзья, хочу обратиться к вам с просьбой, кто смотрит мой канал. Пожалуйста, ну не пишите мне вот всякие гадости на мой канал. У меня канал деревенский, спокойный. Не надо обсуждать здесь тему войны. Вы думаете, что мы вот не переживаем? Мы очень-очень сильно переживаем, что там творится, следим за событиями. И, как сказать, от того, что я буду кричать, не знаю, головой биться об стену, что нет войны, от этого ничего не изменится. Ну, я простой человек, я хочу мира всем, мы хотим всем мира. Скоро весна, начнутся огороды. Каждый бы занимался своим делом. Кто огороды, кто цветы какие выращивает. Ну, вот это, конечно, вот эта война, она все перечеркнула. Вот все пошло не так. Я даже не знаю. Я не хочу никому плохого ничего пожелать. Мы, знаете, уже про свои болячки забыли, все только думаем. Как там они, бедные, вот это все выдерживают? Как они там под этими обстрелами... Что пишут, что мы и воды у нас нет, и еды у нас нет. Ну, вы представляете, мы переживаем, мы очень-очень переживаем. Но это не в наших силах. Мы никак не можем повлиять на вот эти события, на все. Вот. Я всем сочувствую. Что вы думаете, что я такая вот бесчувственная? Да я не знаю, у нас весь день разговоры только про это. Весь день мы только вот про это и говорим, как они там бедные. Господи, скорее бы это все закончилось. Чтобы никто не стрелял, чтобы было мирное небо над головой. Никому это не надо. Ну, ничего мы не можем сделать, ничего абсолютно. Это просто не в наших силах. Вот Тишка мне оборвал шторы, пока я с вами разговариваю. В общем, друзья, ну... Кому не нравится мой канал, пожалуйста, вы молча отпишитесь и все. И ну, не пишите мне, что я вот такая вот ем тут каждый день, варю, и что у меня и сердца нет, и не знаю. Ну, просто-напросто, ну, я не могу повлиять ни на что, понимаете? Ну, на что мы можем повлиять? Мы простые люди, простые. Ну, я же устроилась на работу, мне нужно работать, мне нужно снимать видео. Какие эти видео? Это вам, как сказать, ну, оценивать. Так что, извините, что не так, извините, конечно, но работа есть работа. Я сегодня встала, знаете, у меня давление. Встала с давлением. Но вот эти все переживания, вот эти вчерашние переговоры, мы же все следим. И ничего, они, как сказать, ну, не договорились еще особо ни о чем. Мы-то думаем, что скорее бы это все завершилось. Ну, ладно, в общем, я на этой ноте, как сказать, заканчиваю. Просто говорю, кому не нравится, пожалуйста, отписывайтесь, только молча. Не надо мне писать, что... Ты там варишь, ты там ешь, а мы тут под огнем. Я очень-очень вам всем сочувствую. Всем мира и добра. Ну, а сейчас я буду... Ну, на обед что я решила приготовить? Мы делали пельмени позавчера. Представляете? Ну, Тишка оборвал мне все шторы, все. Тишка! Так, шторку я повешала. А Тишка по заднице получил тряпкой. Убежал в другую комнату. Вот я снимаю, да, а он дергает. Видишь, что я не обращаю внимания, потому что я занята.
И он почти со всех петелек сдернул мне вот эту шторку. В общем, на чем я закончила? Делали пельмени, осталось тесто. У меня тесто осталось. И остался еще фарш. Ну, здесь много еще фарша. Ну, я думаю, я сделала такое блюдо в одном, что мне сильно не канделится. Начистила картошки. 4 штуки картошки. И одна у меня здесь луковица. Сейчас я вот эту картошечку порежу в этот фарш. Немножко отберу. Здесь много фарша. Порежу эту луковицу. И будем делать с вами такое блюдо второе. Сейчас я сюда порежу лук. Тут 2 ножа. Господи. Лук мне вот этим удобнее резать. Такими квадратиками порежу туда помельче. На улице у нас сегодня пасмурно. Ветер, ветра эти дни нарисовали. А когда ветер, как-то, знаете, не очень хорошо на улице. Вроде бы как и тепло, а ветер такой пронизывает. И кажется, прохладно. Так, и эту сейчас луковку я порежу. Так, лук порезала, теперь картошку. Можно было отдельно сделать, как я делала отдельно. Картошку сверху, тесто это с фаршем накладывала. Ну, это, знаете, мне сегодня не хочется. Хочется побыстрее все сделать. И на мантоварке я все это дело стушу на пару. И вот так вот картошечку я сюда этими же квадратиками всю порежу. Потом все перемешаю. Вот так. Картошка у меня не соленая. Я чуть-чуть ее присолю. Фарш-то соленый у меня. Вот. Ну, сейчас сверху добавлю немножко перца черного. Немножко паприки добавлю. Вот так вот. Да и все, наверное, больше ничего добавлять не буду. И сейчас я вот это все перемешаю. Фарш, лук, картошечка. Все перемешает. И еще раз попробую на соль. Если уж не будет недосоленая, то тогда досолю. С картошкой оно, как говорится, вкуснее, сытнее. Ну, на раз покушать. Вообще, я вот делала такие рулеты, заворачивала в мантоварку. Вкусно очень. Сытно. Так, ну ладно, все, я перемешиваю. Так, ну я вот раскатала лепешечку. У меня 3 лепешки такие получается. Сейчас я сюда буду выкладывать начинку. Вначале на середину. Потом буду равнять. Ну и как вы уже знаете, рулетиком закрывать, закатывать. Смазала от мантоварки вот эту формочку. И буду укладывать туда. И буквально 30 минут. И блюдо будет готово. Сытно. Ну и быстро, конечно. Это что я вот снимаю, а так-то оно быстро все делается. Ну все, до краев сильно не буду.
Вот так вот закрывать. Тут я до краев наложила прям. Тесто такое я раскатала потоньше. Ну, как на пельмени делаем, катаем лепешечки. Боковиночки тоже вот так закрываю. Швом можно вниз. Вот так. Сейчас еще вот здесь один такой же раскатаю. Вот. Получилось у меня в два яруса. Вот здесь две улиточки. И здесь одна небольшая. Все, я уже воду поставила в кастрюлю. Уже шипит. Туда бросила лаврушку, подсолила эту водичку. Сейчас закипит. Я поставлю и закрою крышкой. И на 30 минут на пару оно будет готовиться. Так, ну я вытащила одну улиточку. Сейчас маслом вот так вот смажу. Палочкой, шпажкой проверяла вроде бы. Картошка вроде как, ну, сварилась. Сейчас посмотрим. Но те еще кипят, я те еще не стала выключать. Так, лопатку взять. Резать мне неудобно. Негде резать вот так. Горячая, может быть, еще не разрежется. Пахнет-то вкусно. Такая вкусняшка. Ой, как пахнет хорошо. Ну, в общем, тот же самый пельмень, только с картошкой. Только с картошкой. Маслом хорошенечко смазывать. Ну и все, сейчас будем пробовать. Обедать. Друзья, ну что, я буду пробовать, что у меня получилось. Ну, я знаю, что это блюдо вкусное. Согласитесь, что пельмени, что вот такое блюдо с картошкой. Все очень вкусно. Во-первых, быстро накрутил. Заложил в мантоварку. И все. Я люблю запивать томатным соком. Очень вкусно. Когда еще мне остается тесто от пельменей, чтобы быстренько что-нибудь приготовить, я возьму чебуреков, с него нажарю. Осталось, например, тесто, остался фарш. Ай, быстренько чебуреков нажарил. Чаем запил, вроде как и наелся. Потом по этому же рецепту можно в кастрюльке приготовить. Только картошку, вначале картошку, потом рулетик просто с мясом, с фаршем. Ну, обжарку делаешь, морковку с луком. Все это сверху закладываешь, водичкой маленечко заливаешь, кипятишь. Ну, то же самое вкусно. И так вкусно, и так вкусно. В общем, что связано с тестом, с фаршем, все вкусно. Ну и все на сегодня. Я всем желаю крепкого здоровья. Всем желаю всего хорошего. Всем желаю мирного неба над головой. И всем пока-пока.